Приготовить пиццу в домашних условиях проще простого, ее любит абсолютно все, и дети, и взрослые, и наша семья не исключение. Приготовить такую пиццу не составит труда, она получается очень сочной благодаря наличию помидоров, а корочка по бокам становится хрустящей, количество и состав начинки можно регулировать по своему вкусу. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Дрожжи растворите в небольшом количестве теплой воды. Добавьте теплое молоко, растопленное сливочное масло, соль и сахар. Подсыпаем муку, замесите тесто, дайте ему постоять в теплом месте 1-1,5 часа. Готовое подошедшее тесто раскатайте по размеру противня, смажьте его смесью кетчупа и майонеза, разложите по тесту нарезанную колбасу и шампиньоны. Подписавшимся, больше вкусностей. Затем выложите нарезанные помидоры, немного подсолите. Посыпьте все тертым сыром и поставьте в духовку при 200 градусах на 15-20 минут. Наша вкусная и ароматная пицца готова. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Необходимые ингредиенты. Молоко 150 мл, сахар 1 столовая ложек, мюка 250 грамм, дрожжи сухие быстрорастворимые 1 чайных ложек, соль 3 чайных ложки, сливочное масло 30 грамм, яйцо 1 штук, колбаса 200 грамм, шампиньоны 100 грамм, помидоры 2 штуки, сыр твердый 100 грамм, майонез 2 столовые ложки, кетчуп 2 столовые ложки, вода 50 грамм, теплая, количество порций 6-8. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Приятного аппетита, приходите еще.